Оригинальные розочки в росе. Смотри, какая красота. Розочки в росе. На розочке капельки росы. Сегодня ночью был дождь. И розочки. На розочке, на розочках осталась роса. Красиво. Это наша оригинальная розочка. Красавица. Очень красивая. Обычно эта розочка вырастает в высоту до 2 метров. Но в этом году не поднялась она до 2 метров. Сейчас ее высота где-то 1,20 м. Оригинальная розочка в России. Смотри, какая красота, ребят. А запах обалденный возле нее стоит. Смотри. Розочки в росе. Очень красиво. Смотри. Обалдеть. Оригинально. Ай, смотри. Розочки в России. 2020 год. Смотри. Какая красота. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Обалденные розочки в России. Обалдеть и не встать.